Вся наша жизнь – одна лишь суета. Куда спешим, порой не понимаем. Торопимся, работа, дом, дела. И часто так о главном забываем. Спешим проснуться, завтрак на ходу, и мы уже в дороге на работу. И здесь торопимся, у нас все на лету. Дела сплошные, хлопоты, заботы. И целый день стараемся успеть. И планы строим дальше все и больше. Нет времени, чтоб просто посидеть, задуматься, услышать свою душу. Мы на земное тратим свое время, а Богу уделяем 5 минут. И так живем, а это ведь проблема. Прошедших дней не сможем мы вернуть. Чтоб временем ценить, склоняюсь на колени. В молитве прихожу к Богу в тишине. О, мой Отец, услышь мое моление, не дай забыть тебя мне в суете. Цени минуты, дорожи часами, и время трать на вечные дела. Пусть эта мысль девизом жизни станет. Лишь в Боге ценность, остальное – суета. Аминь.